Доброе утро, Челябинск! Сегодня с жителями города мы решили поговорить на простую тему. Кто такой участковый? Знают ли горожане своего участкового и чем занимается этот человек, узнаем прямо сейчас. Кто такой участковый? Ну, это полицейский, который ходит по домам и проверяет. Почему вас это вызвало улыбку? Ну, потому что мы, если честно, нашего участкового не знаем. Нет, рыжий такой бегает, маленький. Человек, который на участке, наверное, за порядком следит. Милиционер участковый. Следит? Вот хоть кто-то ответил нормально первый раз. Человек, который следит за порядком. Его только найти еще нужно, да? Вот, а скажите, вы видели когда-нибудь своего участкового? Конечно, видел. Знакомы с ним? Полицейский. Полицейский? А чем он занимается? Ходит, курирует участок свой, да. Прям ходит и курирует? Ну нет, он курирует, можно ему обратиться к нему. А если что-то случилось? Да, если что-то случилось. Выгнал наркоманов, допустим. Без понятия. Вообще без понятия? А вы как считаете? Я не знаю. Не знаете? Но вообще должны чем заниматься? Ну, я спрошу, да. Это профилактика и профилактика. Ну, какие-то вопросы они решают, я не знаю, наверное, бытовые. Я не думаю, что они решают там какие-то криминальные. Я не знаю, может быть, ну, насколько мне не изменяет память, к нам приходил когда-то участковый, когда была кража в машине около нашего дома, так сказать, припаркованная. Вот тогда, да, ну, я не помню, как его зовут, не внешне. Ну как, он должен ходить, смотреть безопасность, охранять наше спокойствие. Но его, к сожалению, нет. Значит, все у нас в порядке, особенно на ЧМЗ. Вот все, тишь да гладь, да? Контролирует порядок, чтобы в районе был. На вызовы выходит, что еще делает обычно. Участковый не знает. Кухонных потревожных семей. Кухонных бойцов ищет? По тревожным семьям? Вы знаете своего участкового? Нет, конечно. Видели когда-нибудь? У нас написана бумажечка на подъездике. Это я точно помню. Да? И что на ней? Портрет? Нет, фамилия, имя, отчество. Но мы, кстати, звонили участковому и никогда нему не дозвонились. К вам никогда не приходил участковый? Да нет, упасите Бог. Да нет, никогда не приходил? Люди спокойные, адекватные. Упасите Бог, то есть если приходит участковый, значит, это как бы не все в порядке, да? Да нет, не всегда, он же приходит знакомиться, когда нового участкового назначает, он обходит, знакомится. Вот ходили мы, ходили, бродили, искали мы людей, которые знают своего участкового в лицо и по имени. И вот нашли-то мы их. Шиш да маленько. Это что же получается, товарищи? Если участкового в лицо никто не знает и лично с ним не знаком, значит, у нас с вами все хорошо, прекрасно, тишь да гладь, гармония и красота вокруг. Это значит, что наши участковые делают свою работу так, что мы их даже не видим.